Всем привет, мои хорошие! Пришла мне очередная посылочка от Каризма. Я хочу вам показать, что я заказала. Поэтому давайте вместе с вами ее откроем и распечатаем. Очень интересно упаковывает всегда. Это у меня здесь стразики Сваровски. Кто видел предыдущую распаковочку, также видели, что они приходят в вот таких интересных упаковках. И этот, кстати, интернет-магазин, он украинский. Но если вы что-нибудь интересное увидите из этой посылочки, я постараюсь ссылочки оставить на AliExpress. Если я найду там похожие товары, то я вам оставлю ссылочки внизу под видео в описании. Так, перечень того, что я покупала. Даже аж на два листа. Чуть-чуть все распределила, и, наверное, сейчас я буду отдельно вам по позициям показывать, что же я заказала. Я заказывала в этой посылочке очень много страз Сваровски, потому что мне понравилось делать брошки. И очень красиво в брошках смотрятся кристаллы Сваровски, поэтому я их заказала очень много. Также я заказывала вот такие застежки для брошек, разные стразики, бисер, иголочки. Сейчас отдельно все вам покажу. Заказывала вот, кстати, вот такие интересные бусины. Сейчас вам покажу. Часто такие бусины заказывают и делают брошки птички. И для носика заказывают вот такие бусинки. Вот они конусообразные и похожи на носик птички. Но, к сожалению, они очень большие, потому что нужно будет такую довольно такую большую птичку делать. Наверное, они мне, к сожалению, не подойдут. Вот. Но также я заказывала немножко поменьше бусинки. Вот такие. Тоже они мне показались похожими на что-то подобное. Можно где-то их тоже применить. Типа как клюв, что ли. Сейчас немножко ближе покажу. Вот смотрите, если со стороны вот так смотреть, то довольно-таки похоже, по-моему, на клюв, да? Интересно, если соединить вместе. Но если соединить, то будет слишком большие. И очень хорошо на каждой упаковочке, на каждом zip-пакетику есть размеры и есть номера и названия. Это очень хорошо и очень удобно. Если у вас какие-то материалы закончились, вы ими часто пользовались, вы сможете себе по вот этим вот всем обозначениям заказать еще. Заказала много бисера маленького 11 размера. Много заказала вот такого золотого. Вот, кстати, у меня 15 размер также заказала, потому что у меня не было такого. Когда вы обшиваете брошки, кабошоны или еще что-нибудь, то очень важен размер бисера. И 15 номера, к сожалению, у меня не было и очень мало в наличии, поэтому я себе заказала. Также заказала 15 номер вот такой. И захотела попробовать вот этот Миюки бисер. Очень мне понравился. А не, не Миюки мне понравился. Мне понравился вот этот Мацуно. Японский. Очень дорогой он, кстати, по-моему. Посмотрите, как он классно сверкает. Я буквально немножко, вот даже через упаковку видно. Посмотрите, как он сверкает. Представляете, какие у вас будут красивые изделия, если вы будете использовать именно этот бисер. Вообще, мне кажется, очень классный. Вот такой он, типа рубки, что ли. 15 номер. Вот. И Миюки вот заказала. Такой коричневый и черный. Вот 11 и 15 номер. И вот этот заказала. Неплохой. 12 номер.
И чтобы это все дело обшивать маленьким бисером, заказала несколько иголочек. Ну, вот эти иголочки, они самые дешевые, около 10 гривен, стандартные. Я думаю, каждый пользовался такими. И вот эти пони, они мне очень понравились. Они стоят около 30 гривен одна пачка. То есть где-то чуть больше доллара. Вот, но они очень хорошие, я ими пользовалась, они мне очень понравились. Поэтому я заказала их в нескольких размерах, вот 12 на 6 и 10 на 6. Вот такие я буду пробовать, какие будут мне подходить. И заказала такие длинные-длинные иголочки. Тоже они, по-моему, не очень дорого стоят, но я думаю, мне, конечно же, они пригодятся в работе. Так, затем заказала много застежек. Застежки классные, проверенные. Я уже их не раз заказывала. Это японские застежки. Застежки надежные, проверенные. Я уже не один раз их заказывала. Видите, я использую золотой и серебряный цвет. Также бронзу использовала. Вот разные размеры: 28, 35, 20, 20, 28 и 35 сантиметров. Разные они у меня по размеру. То интересно в этом магазине, они всегда присылают какие-то интересные тестеры. Вот смотрите, мне прислали бисер 10, вот такие бусинки. Вот, и вот канитель мне прислали мягкую. Давайте попробуем. Я хотела заказать, но думала, но не решилась. Вот, они как будто мои прочитали мысли. Ну, такая, вы знаете, неплохая. Не та, которую я покупала. Она, знаете, мягкая, но такая не совсем, знаете, такая прям чересчур мягкая. Ну, такая прикольная. Возможно, в следующий раз, если я буду заказывать посылочку, я закажу себе такую. И в этот раз я заказала вот такие интересные стразики. Вот, я никогда такие не заказывала. Видите, они с дырочками. То есть их нужно продевать бисеринку и пришивать вот таким образом. Можете, в принципе, приклеить, но можно и, если вы не хотите использовать клей, можно просто бисеринкой их присоединить. Вот два цвета и два размера, 4 мм, 5 мм, это Light Siam. И вот такие тоже 4-5 мм, Blush Rose. Это я заказывала такие кристаллы. Вот сейчас, я думаю, мы с вами будем смотреть, какие кристаллы. Вот, я думаю, смысла нет показывать вот эти скобы для кристаллов, потому что я их заказывала именно под кристаллы отдельно. Вот, смотрите, и скобы, кстати, здесь оправы для кристаллов, здесь продаются отдельно, их нужно покупать отдельно. Есть стразики, которые идут ну, в оправах, сейчас я вам покажу. Вот он сразу вот так вот продается. Но в этом магазине так не продается. Продается отдельно вот такая оправа. Вы выбираете цвет, который есть в наличии. Есть серебро, есть золото и еще там какой-то есть цвет. В общем, выбираете из наличия, который вам необходим. Ну, это, в принципе, прикольно. Потому что, например, если есть такой страз, но вам не подходит цвет оправы, например, ну, то, естественно, хорошо подбирать отдельно, какая вам нужна оправа по цвету. Ой, девчонки, чуть не забыла. Еще я заказала вот такой мел карандаш. Это специально для фетра. Сейчас мы его с вами испытаем. Возьмем фетр. Попробую что-нибудь нарисовать. Ну, неплохо. Я вижу. А вы? Вот, неплохо. Я все увидела, то, что мне нужно. Прикольно. Потому что ручкой очень неудобно рисовать. Здесь есть еще вот такая кисточка. Я не знаю. Стирает. Да, посмотрите. Раз и стерлось. Все. Ничего нету. Прикольный вот такой карандашик. И теперь самое-самое интересное. Ну, лично для меня кристаллы это самое-самое интересное. Сейчас.
сейчас будем смотреть. Что-то я порвала совсем. Лучше, наверное, вот так обрезать. Так, девчонки, посмотрите, какие мне пришли сокровища. Помните, у нас были те стразики Light Siam. И мне вот такие тоже. Я заказала тоже такие же кристаллы. Конечно, они, наверное, не очень хорошо сверкают в этом в zip-пакетике. Поэтому давайте я сейчас вам постараюсь показать поближе. Вот, посмотрите. Посмотрите, как он классно сверкает. Переливается. Посмотрите, как вообще красота. Надеюсь, вам все видно, как он красиво переливается. Я заказала таких несколько кристаллов. Это кристаллы диаметром 12 миллиметров. Так, девчонки, следующие кристаллы вот такие, сапфир, очень красивый голубой цвет, очень красивый насыщенный синий цвет. Вот они без упаковки, посмотрите, как же они сверкают. Если на камеру передает, а я думаю, что передает, посмотрите, сколько граней, сколько всего красивого, то я сейчас я вам возьму вот такой страз класса люкс. Он тоже неплохой, но посмотрите, чем он отличается. Цвет гораздо насыщенный в этих камнях. Посмотрите, сколько много граней там внутри, именно в этом камне. И как они красиво переливаются по сравнению с этим камнем. Это я вам для сравнения, чтобы вы видели. Ну, это натуральные камни Сваровски, а это, ну, просто обычный класса люкс камушек. Эти, по-моему, гораздо красивее. Ну, напишите, конечно же, свое мнение внизу под видео в комментариях. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение. Вот такие черные кристаллы я покупала. Графит написано на них. Вот такой оттенок. Посмотрите, насыщенно такой черный цвет. Даже вообще ничего не просвещается. Вот такие тоже очень красиво сверкают. Вот как раз здесь камера не передает. Вот я вам честно говорю, очень красиво они сверкают. Их блеск, конечно, камера не передает. Кстати, смотрите, как я расположила их. Можно сделать из них вот такие серьги. Просто обшить их бисером. Вот сюда присоединить какую-то застежку, швензу. И уже у вас получается вот такой комплектик. Зато они вообще очень классно сверкают. Вот этих побольше, посмотрите, какое сзади покрытие. Очень хорошее. А вот этих поменьше, видите, такое черное покрытие. Интересное. Также я заказывала вот такой оттенок. Просто сиам. Там я заказывала вот такой light сиам, то есть светлый. А это я заказала просто обычный темный, как он идет как бордовый. Но я думаю, близко вам не буду показывать. И вот такую, кстати, бусину. 11 на 5,5 миллиметров. Посмотрим, что я из этого хочу вам придумать. Вам уже интересно? Пишите свои варианты внизу под видео в комментариях. Вот еще два интересных камушка. Это у нас Light Rose, светлый розовый, очень красивый, кстати, посмотрите, даже через пакетик красиво переливается. И вот такой Витрамдум, интересное такое название. Вообще на сайте он был зеленый, но видите, он, кстати, и зеленый, и разными другими красками переливается. Тоже очень такой прикольный. Затем два вот таких желтых стразика. И вот такой интересный Sun Blue. Вот. И это у нас
Sunge Delight. Вот такие. В общем, все, девчонки, со стразами мы закончили. Я вам показала, какие они классные, какие они крутые. Я еще раз повторюсь, похожие материалы я попробую вам найти на AliExpress и добавить в описание ссылочки. Поэтому обязательно кликайте по ссылочкам, если вам что-нибудь понравилось из этого. Я их оставлю внизу под видео. Можете себе также приобрести. Просто изумительно, правда, девчонки? Как они красиво переливаются. Ну и, конечно же, к этим многочисленным стразикам я заказала оправы. В общем, с оправами я буду потом разбираться, буду каждый страз вставлять в эту оправу. Это, конечно, кропотливая работа, но ее, конечно, нужно сделать. Вот, девчонки, я надеюсь, вам понравился этот обзор. Если так, то обязательно ставьте лайки, лайки, лайки под видео. Я очень старалась, снимала для вас это видео. Подписывайтесь на меня в социальные сети, Facebook, ВКонтакте, Instagram. Там я выставляю дополнительные фотографии своих работ. Также фотографирую свое изделие на себе, как они выглядят. Я думаю, это очень прикольно и наглядно. Можно посмотреть, как изделие смотрится вживую. Ребятки, я вам желаю отличного настроения. Всем пока-пока!